В стране с 1 июля планируют ввести нулевую ставку НДС при импорте сахара, масла и сельхозживотных. Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов выносит на общественное обсуждение проект постановления Кабмина о товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 0%, применяемых в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары. Целью проекта постановления является создание благоприятных условий для эффективной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей путем предоставления налоговых льгот при импорте в Кыргызстан сахарного песка, растительного масла и сельскохозяйственных животных. Отмена НДС на импорт приведет к сокращению налоговых поступлений в республиканский бюджет. Однако в последующем принесет положительные изменения в экономике по частичному обеспечению вопросов продовольственной безопасности. Также позволит увеличить объемы завоза крупного рогатого скота, даст эффект в создании новых рабочих мест, расширение используемых площадей земель угодий и другое.